Что он в прямом эфире, он всегда играет хорошо. Всем привет, ребята. Поскольку пилить отдельный обзор на гитары нам было дико лень, ну и, наверное, бессмысленно делать обзоры, вот эти все бесконечные выверенные склейки, подгоны по звуку, там расстановка кадра и так далее, мы решили сделать просто прямой стрим с вот живой игрой на гитарах, тем более, что у нас появился прекрасный повод. Ко мне приехала новая семиструнка, Solar. Называется FR, Black, все как я люблю. В общем, суть простая, 7 струн, сквозной гриф. Вот, и я так понял, кому-то может быть интересно, зачем она появилась, что она будет делать и как она может звучать. Для тех, кто давно со мной знаком, не секрет, что у меня есть гитара, которая вот сейчас в руках у Антона. Да, это 7-струнка подписная. Давай покажем. Это Schecter, подписная Джеффа Лумиса. Собственно, сделано в Корее, все по олдскулу, все хорошо. Звучит, жужжит, издает прекрасные звуки. И даже, кстати, соло, которое было в кавере на Blind Garden, оно записано было как раз на вот этой гитаре. Почему? Да потому что у нее очень такой пронзительный, высокочастотный звук, который прекрасно пробивает микс, и как раз это было то, что нужно для записи. Собственно, мы планировали на новом альбоме перейти на семиструнки, и возник вопрос, какую вторую гитару в нашу группу брать. Вот данная гитара по звуку, в принципе, меня устраивала, но было пару нюансов, которые, ну, сподвигли меня подумать о приобретении чего-то другого. Вот эти нюансы, если присмотреться, можно увидеть прямо на корпусе гитары. Давайте я покажу. Кстати, эргономики. Да, вот. В целом цвет гитары матовый, да, и вот видно, что вот здесь, например, он уже не матовый, он уже отполирован до зеркального блеска, точно так же, как и вот здесь, вот этот угол. Это о чем говорит? О том, что когда я играл на гитаре, вот сейчас попробую изобразить, вот, у меня рука вот контактировала вот в этом месте и вот в этом. Ну и очень простой выход из этой ситуации, либо у меня рука до кости должна стереться, либо гитара должна вот здесь. Очень резкое, острое ребро. И очень неудобно там в руке. А если мы здесь посмотрим? Ну подожди, подожди, не пали пока, я то сейчас покажу. Вот, да. Вот, в общем, на этой гитаре, для Джеффа Лубиса, наверное, который там, я не знаю, 2 метра ростом, у которого руки вот так вот примерно. Да, да. Ему, наверное, очень удобно. Мне не очень удобно. То есть у меня всегда рука терлась вот здесь. И вот поскольку ручка громкости расположена так, что я постоянно мизинцем цепляюсь за нее, тоже я все время за нее цеплялся. То есть мне приходилось играть ближе к неку, вот сюда. То есть, например... бьются по ручке громкости. И поэтому, чтобы этого не происходило, я вот смещался вот сюда. В общем, все это приводило к тому, что было не очень удобно, терпимо, конечно, все это можно преодолеть, вот, но это какой-то такой компромисс. Вот, в этой связи я вначале посмотрел, что можно сделать с этой гитарой, в принципе, сходил к разным мастерам, они обозначили ценник, за который я понял, что проще купить новую гитару. Можно ее продать, например. Да, вот. И
новой гитарой стал как раз вот такой вот Solar. Ну вот. Почему именно он? Ну, во-первых, он мне нравится внешне, у него прекрасная спецификация, да, там черное дерево, все как я люблю, сквозной гриф, и по эргономике он выглядел очень привлекательным. Вот здесь видно, что эргономическое такое сужение, давай, скругление. Давай, сравним вот так вот. Вот с этой стороны. Да, вот здесь вот скругление. Ну и ручки громкости, вот эти, они все вынесены вот сюда назад. Так что, когда я играю, мне, ну, ничего не мешает. У меня ни во что не упирается рука. Вот. Естественно, помимо эргономики, есть такой фактор, как звук. И вот здесь, честно говоря, это был такой эксперимент. Потому что вживую послушать его в Москве я не смог нигде. Посмотреть разные обзоры, да, но обзор это одно, а живой звук это другое. Да, и... Давайте посмотрим, как он звучит. Вот, в принципе, с этого уже аккорда всем известного все понятно. Вот если сравнивать тембры. Если сравнивать тембр, то слышно, что здесь звук более насыщен в плане нижней середины и даже, наверное, басов. То есть звук здесь кажется чуть более объемным и чуть пошире по спектру. Вот. То есть верхние частоты не так явно выражены, не так резко выведены вперед. То есть слышно, что он мясной, хороший, красивый, но при этом не такой пробивной, как вот тот же самый Шектор. Виктор спрашивает. Виктор? Значит, который Бобров? Который, да, Бобров. Значит ли, что эта гитара больше под ритм? Есть ли вообще такое понятие ритм и соло гитара? Есть гитара ритм, да, есть соло, есть еще перемены, что ли, гитара. Же, там же написано, что даунстрок, да. Она под соло. Она под соло, да, вот. Соло, солор. Да, соло здесь получается очень прикольно, потому что... Вот, оно звучит все вкусно, красиво, хорошо, так как должно. Вот, сустейн. Сустейн за счет того, что сквозной гриф, он здесь великолепный. Там, кстати, стоит еще noise gate, поэтому, наверное, еще съедается noise gate. Вот, но что еще здесь хорошего? То есть эргономика раз, внешний вид, но это на любителя, мне нравится по спецификации. Выполнены колки со стопами вот так вот. Датчики Duncan. Какие-то пассивные. Пассивные, кстати, мне нравятся больше в том плане, что с ними просто меньше морочки. Не надо все вот это батарейки с собой есть таскать. Есть ли отсечка у них или нет? Отсечка есть. Здесь пятипозиционный переключатель. Да. Там три, здесь пяти. Собственно, я не знаю, зачем он нужен, пятипозиционный. Любители там джаза, блюз, наверное, мне расскажут, но в целом вот мне здесь у меня рабочие две позиции. Первая нековая, можно взять в России. Это на неке, это на бридже. Thank you.
Дима Сергеева Солара, и у всех были ужасно сделаны лады, то есть вылезали. Еще пока нет, лады закрыты. Поэтому, ну, возможно, они на этой линейке их решили. Здесь лады все аккуратно, хорошо сделаны, все как. Должны светиться еще. Чтобы понять разницу по звуку. Потому что в целом это непонятно. То есть, ну, давайте один или два. Спрашивает такое. Виктор Бобров? Нет, Виктор Бобров. Давай. Тут какие-то сэмер. Специфические. Не. Кстати, еще по ощущениям чисто таким эргономическим. Вот заметно, она при том, что по объему. Она сильно легче. Ну. Давай попробуем вот так наложить. Хоп. Просто здесь. И получается. Да. Вот, что еще интересного? Ручка здесь. Частот. Я пользоваться ей, скорее всего, не буду. Это как раз для тех. Вот эти отсеки. Следующая позиция.
Момент, мы, не знаю, будем будет использоваться в чистом звуке. В чистом звуке. Интересно, что у нас, например, в «Цветающем вереске» на него, на этот перебор, можно... На вот синглах он звучит. Сравнивать всегда семиструнки с семиструнками. Еще с шестиструнными инструментами. Нет.